что на канале Витгайвер. Сегодня пойдет разговор о стиральной машине Hoover. Столкнулся вот с такой проблемкой. Пару лет прошла машинка, гарантию свою, конечно, прошла. И выкинул ошибочку L03. Конечно, в интернете там есть много Hoover'ов, всяких там записей. И 03 ошибка обозначает, что забитый, скажем так, насос, который выгоняет жидкость, воду, да, там или что-то попавший, или он просто сломавшись, да. Ладно, я разобрал, конечно, почистил, хотя чистить там ничего не было, и все равно ошибочку выкидывает. Ставишь программу, выкидывает ошибку, стиральная машина останавливается, конечно, с водой вместе, и не выгоняет ее, да. Ну, что я делал? Я нашел другой, скажем так, насосик от LG. Я его там в тестовом режиме подсоединил. Уже думал, будет счастье, и ничего. Включаю, и начала программка идти, и опять выключается, и опять с водой, и ничего не происходит. И тогда я начал просто проверять. Разобрал, конечно, и все. Проводки все снял, полностью панель, ну, управление. Скажем так, искал не контакт, может, какой-нибудь, да? Ну, там все, как и новая стиральная машина, проблем не было, как бы. И проблему решил. Проблему решил я неожиданно. И сейчас машина уже в тестовом режиме идет, ну, полгода. И, в принципе, ни разу не было проблем, не останавливался. Идет, все программы идут, все происходит. И, в принципе, вот эта проблема, если у кого-то появится, вот что надо, проблема с насосом, и надо его менять или чистить, попробуйте сначала, скажем так, можете посмотреть там для своего там спокойствия, что там все чисто и так далее, но проблема будет в другом. И проблема будет в элементе обогрева. И, скажем так, сейчас я покажу вам ее сзади. Так, ну и что я сделал? Я снял элемент обогрева. Здесь, в принципе, он снимается от штекеров, да. Все это отсоединяете и одним болтом откручиваете и выбираете. И он просто был грязный. Ну, сильно грязный. Я его почистил, и все пошло. И я думаю, что, в принципе, там проблема такая, что в нем термодатчик, непосредственно в нем тоже, да, и, скорее всего, что нагреваясь элемент, он уже перегревается, и происходит какая-то защита у этой стиральной машины, и он программу останавливает, и воду не выгоняет. И потому показывает, что насос, как бы, да, но, в принципе, проблема в этом. Так что на ошибку 03... скажем так, насос, вот надо почистить элемент. Ну, конечно, или заменить на новый. Ну, в моем варианте я его почистил, и проблем никаких нет. Так что вот такие дела. Может, кому поможет. Ну, до следующих встреч.